забываю. Друзья, уважаемые, военно-морской флот, поздравляем с праздником, желаем удачи, хорошего настроения, победы, чтобы все всегда было у вас, пацаны, хорошо. За ВМФ! Ура! Как только на экране появилась надпись «Улица Речная 6», сразу знаете, что мы приехали на ярмарку в город Кропоткин. Ярмарка, город Кропоткин. Вот так вот платим, заезжаем. Краснодарский край. Краснодарский край. Город Кропоткин, ярмарка декоративных птиц. Идемте смотреть. Попугайчиков, канареек, рыбок. Сегодня большой выбор рыбок. Нет, сегодня небольшой. Предыдущую ярмарку был большой выбор. Почему будем теперь снимать еще и рыбок? Потому как у меня тут тоже интересы появились к рыбкам. Сейчас готовим дома стеллажи, аквариумы, будем рыбок тоже разводить, друзья. Постепенно на канале вам буду показывать и про рыбок, свою разводню, так сказать. Ну, естественно, канарейки, попугайчики, все это будет как есть. Только добавятся рыбки и морские свинки. Морские свинки уже есть на продажу, можете обращаться, звонить 8-928-231-6107, город Армавир. Так, тут рыбок посмотрели. Вот такие вот они красивые. Сейчас дальше пойдем посмотрим еще. А я сейчас покажу, каких я уже приобрел по зорьке гупиков. Идемте дальше. Вот такие вот тут друзья четверолапые. Ага. А почему у вас канарейки? Здрасте. Можем и подарить хорошим людям. Вот таких канареек? Да. О, а как вы определяете, хороший человек или плохой? По глазам. Ага. А вообще цена какая? 3000 пара. 3000 пара. Спасибо. Я ему насобираю. А почем? Жар. Как порода называется? Доберман. А, это доберман, не узнал. И сколько стоят такие? 10. 10. Каренки тут сегодня волнистые, скандалят что-то. Друзья, ярмарка сегодня скромная, скромная ярмарка. Попытаюсь сейчас найти что-нибудь интересное. Вот здесь гульды. Гульды. Вот такие вот они. А сколько стоят ваши гульды? 3,5. А здесь япошки. Японская мадина 400. 400 рублей хвостик. Сегодня большое разнообразие волнистых попугаев. Ну и цена, соответственно, сегодня очень разнообразная. Есть и под 300, есть и под 400. А здесь перед вами корева-нимфа. Хорошо приручается. Нужно научить разговаривать. Птица пародирует человеческую речь. Друзья, здесь кокарики. Новозеландский попугай кокарик. И неразлучники. Друзья, вот тут пенанты. А кто дома остался? Краснокрылые. Дома краснокрылые остались. Вот номер телефона. Вот пенанты. Здесь кокарики. Вот девочки занимаются попугайчиками.
Монах Калита. Вот сегодня есть. Какая цена на такую птицу? Зеленый 12, а синий 15. Зеленый 12, синий 15. А еще бывают желтые. Ну, сейчас желтых нету. Идем дальше. А вот тут пенант рядом, красавец сидит. Кушает. Вот он кушает, сидит. Ага. Здесь наша родная классика. Первого класса вместе вот эти волнистые. Садик, первый класс. Никак без этих птиц. Вот тут красивые черные куры. А вот неразлучники, как солнышко. Там ажиотаж, очередь собирается. Почем желтые неразлучники? 700 рублей. 700 рублей, дяденька сказал. Друзья, сегодня на ярмарке есть вот такие вот для аквариума изделия. Вот аквариум для черепах. Корм на развес, это вот моя продукция. Гнезда для канареек, поилки. Все можно выслать вам почтой. Гнезда из джута. Удобные, очень хорошие гнезда. Вот смотрите, еще есть разного цвета. Это нейлоновая нитка. Тоже хорошие гнезда. Я сейчас использую вот такие. И вот такие, эксперимент провожу. Домой приеду, вам видео сниму. Значит, вот синего цвета гнезда можете заказать по номеру телефона 8-928-231-6107. Также можете заказать такие удобные клетки. Размер клетки, значит, длина. Длина 48, высота 33, ширина 25. И есть побольше клетки, у которых длина 48, ширина 30, высота 40. В набор идет поилка. Потом, смотрите, здесь кормушка-пенал есть. Кормушка-пенал. И еще дополнительная кормушка. Там можете мел положить, кальций положить. Вот так. Друзья, также хочу обратить ваше внимание. Сегодня впервые на ярмарке вот такой вот стенд, присада для попугаев. Подходит как для карел, для волнистых, для неразлучников, для кокариков, для розел. Здесь, смотрите, есть вам, вашей птице будет и качеля, и игрушка-лестница, и лестница на веревке из джута. Такие стенды изготавливаю я лично сам. Вот сейчас человек заказал из гладкого дерева. Можно сделать с корой. Как вам скажет, как скажет, так я вам и сделаю. Тут повесил свежую шишку. Шишка будет постепенно открываться. Попугай будет это дело грызть. Когда он это сгрызет, вы просто выкручиваете. И вкручиваете новую шишку. И опять ваш питомец получает и витамины, и при этом играется. Стенд, кому понравился, можете заказать также по номеру телефона 8-928-231-6107. Размеры стенда, цены обговариваются, в принципе, там плюс-минус. Постоянным клиентам есть хорошие скидки. Все, идем дальше. А еще не идем дальше, забыл сказать. Стенды, кто заказывает, они приходят, эти присады для попугаев, они приходят вот в таком вот уже собранном виде. Вам просто надо будет его вытащить из упаковки, и все у вас будет хорошо. Доходит в целости, сохранности, абсолютно целенький. За доставку я вам гарантирую, что доходит все целое. И уже в собранном виде, собирать ничего самим не придется. Просто достали, поставили там, может, влажной тряпочкой протерли на всякий случай. И все, и птичка ваша будет играться. Также еще есть такие вот небольшие переносочки. И чуть побольше переносочки есть. Юра, покажи. Вот такие чуть побольше переносочки есть. Все, идем. Теперь идем дальше. А почем ваши неразлучники? 400 рублей. Друзья, здесь амадины. Большой выбор. Вон их сколько. А здесь вот розелы молодежь. В какую цену розелы? И бледноголовая, и красная по 4, да? Конечно, бомба. Волнушка. Вот такие красивые неразлучники. Почем такие неразлучники у вас? Почем неразлучники? Тысяча. Тысяча.
И волна полуместочная. Друзья, бещока и окорела. Здесь прям много-много-много молодежи. Розелы пестрые. Смотрите, птица яркая, спокойная, хорошая. Вон они сидят. А здесь розела и ожерелок зеленый. Тоже все молодежь. Сегодня хороший ассортимент в этом плане. Такой петушок. В какую цену цыплята? По 400. У меня плеш. Так, а почем здесь? Почем у вас птичка? Ну, 300 рублей прошло. Ага. А голуби такие в какую цену? Это не мои. Не мои. Это вот это мое, и вот карел мой. Карел один остался? Один, там крыло у него, видишь? Что? А сколько стоит карела с больным крылом? Ну, с подраненным крылом? Возьми за штуку, если надо тебе. За 1000, да? Ясно. Ну, здесь еще хороший выбор волны. Смотрите, какая вся ухоженная, чистенькая, сбитая волна. В общем, надо ходить смотреть. Качество птицы разное, и цены, соответственно, разные. То есть, если я говорю, там где-то цена 200 или 300, это не показатель, что там ценник упал или ценник поднялся. Все зависит индивидуально от качества, от птицы. Так что, так, такие дела. Идем дальше. Канарейки, друзья. А здесь вот такой вот волнистый. А вот кеннер, а у него бакенбарды красные, такие оранжевые. Видите, вон щечки, ушки. Хозяин говорит, начал кормить морковочкой, перцем сладким, красным. И у птицы начали бакенбарды краснеть. Вот видите, гены есть какие. Предрасположенность, я вам сказал. Жарко уже, видите, клюв открыл. Так, а здесь уже продали кого-то. Ага, идем дальше. Еще не хватало. Сколько кого-то нервов. Поймали, кого-то продали. 1000, да? В какую цену ваши крупненькие? По 1000 рублей. Спасибо. По 1000 рублей. Вам, молодой человек? Вам, молодой человек. Юра, мусор, они много. Хотят продать тебе. Вот не разумеется. Их очень много. Да, в душе. Они подходили, мы хотим продать. Карелы. Разные, красивые. Выглядывают с багажника. Видите, так вот. Та-дам. Здравствуйте. А почем лучок у вас? Тут можно и лучок домашний купить. Так, ну а по попугаям какая цена? 350. Это молодые все, да, вижу? Мальчики, девочки. А здесь у вас пусто, уже распродали кого-то, да? Карелы. Карелы 1500. Молодежь или взрослые? Молодежь. А вот здесь морские свинки, смотрите, какие малыши. 500 рублей цена, морская свинка. А внизу поступить, да? А тут вы видели, да? Вот хорошо. Здесь хомячки. Можно мне самого маленького? Здесь вы видели, да? И там еще кишат. Фотосессия платная. Смотрите, тут самая диковинная. Вот кокарики синие, потом пепельные такие, голубые. Ни разрушник, ни обычный. Цены нету, я цены не знаю, хозяин нет. Убежал. Просто покажу вам красоту, ассортимент, и вы уже сами приезжаете, и мы тут все будете торговаться. Волна, хорошее качество. Еще волна, хорошее качество. Даже амадины, где смотрите, какие крепкие, крупные. Все, идем дальше. Ребята, вот этот ряд. А почем такие масковые? Это не масковые? Это фишера. Фишера, поправили меня. Это фишера. Голубой фишер. Вот такие вот красота. Друзья, смотрите.
веничи, что ли? Разнотравие. Ракушка. Это что за культура у вас? А, суданка, суданка. Не узнал суданку, даже не знаю. Рапс, друзья. Кому прям очень надо, можете обратиться по номеру телефона 8-928-231-6107. Договориться, я вам запакую, соберу и отправлю. Это сорга красная, сорга белая, проса красная, проса желтая, веничи. А это разнотравие, по-моему, какая-то сорных, семена сорных трав. Так, что дальше? Рис. Одна штука вижу, только нет. Бледный полет. Семечка. Что-то еще интересного есть. Это, по-моему, пшеница битая. Ну, в принципе, пока все, друзья. Нового урожая пока нету. Вот то, что есть, я вам показал. Идем дальше. Здесь птицефабрика приехала, куры, несушки, вон даже яиц. А, это показывает, какие яйца. Пойдемте спросим. Какую цену доминанты у вас? Доминант в какую цену? 350. Ладно, не будем у нас. 350. Это адлерское серебро? Да. Сколько стоит? 300. А возраст? Ну, уже 3 месяца. 300 рублей 3 месяца, адлерское серебро. Конечно, крупные яйца и курица крупная. Доминант разного цвета. Это отсюда. Ну так, видите? Все, что мимо пробегает, все значит отсюда. Нет. А им возраст? Коров. Курица хотела убежать, но не тут-то было. Все. Вот разные растения продаются, видите, тут и туи, можжевельники. Так, а вот карелы красивые. Ну, хотя на вкус и цвет, товарищи, нет, тут у желтых карел всегда, когда они маленькие, на хохолках, лысина. Это ничего страшного, друзья, зарастет. Зато вы знаете, что вы берете мало дешево. Вон, видите, лысинка? И у всех желтеньких так. Потом зарастает. Ну, по идее, должна в основном всегда зарастать. А вот там уже, видите, сразу пушок растет. Некоторым эта лысинка не нравится, но зато попугай желтенький, красивый. Так, а здесь у нас волнушка. Молодая. 4 месяца. 4 месяца. А какая цена? Полторы. Полторы за 4 месяца. Желтенький проданный уже. Ага. Друзья, горлицы. Это пара или... Пара, самец-самка, да? Сколько стоит пара? 2000. Пара 2000, то есть... А можно и в разнобой взять кому-то мальчика, кому-то девочку. Будет по 1000 рублей, да? Все, друзья, пожалуйста, приходите, выбирайте. Друзья, перепелята. 7 дней 45 ре. Вот такие вот они. Ну и вот они уже здесь постарше, вот они стали. Здесь уже взрослые, ценника нет. Ходить. Ну имейте в виду, что вот так тут все есть. Сегодня попробую вам еще по второму ряду пройти. Потому как птицы там в первом ряду не особо много. Хочу канареек посмотреть, сейчас найду. Утром быстро пробегал, тут видел у человека канареек. Пойдемте посмотрим, продал, не продал. Вообще канареек мало, обратили внимание, да? Два человека, по-моему, только торговало. А вот ребятишки продают канареек. Почем ваши канарейки, ребят, подскажите ценник? Ценник на самку 1000, ценник на самца 2. Самка 1000, самец 2. А вот это кто сейчас здесь? Вот тут самки. Самки. А это вот самцы. Все, спасибо. Друзья, гуляя по рядам, вы можете найти вкусные домашние ягоды, огурцы, яблоки, вон, смотрите, какие классные. Вы таких, наверное, не ели никогда, маленькие, вкусные, а душистые какие. Приезжайте, выбирайте. Вот, про кого я вам говорил. Большой выбор канареек.
Да, продавец, это у вас самочки или самцы? Самцы. О, самцы, видите какие? Да, она прощупка. Это групповое содержание. А вот, по-моему, девчонки. А здесь самки, да? Самка. Вот они, самки, видите, клеточки. Под старину все сделано. Видно, что любитель, любитель, заядлый. Ну, интересно. Тоже с куксами, что неплохие, желтенькие лимоночки такие. Ну, я шарю, ребята, на куксамке, на похвосту, видишь, ребята, такая. А вот здесь у нас, так, здесь красношапочный, самец, да? Самец. Ожерелые, желтые. Сколько стоит? 35. 35 пара, да? Розывы красные. А розывы в какую цену? По 10. Это молодежь, да, вижу по перьям? Молодые. Еще не перелиняли. И карелы. Видите, какая разновидность хорошая. И белые, и сороки. И вот такие вот чешуйчатые. Все есть, приезжайте, выбирайте. Идем дальше. Выставка голубей. Красавцы такие. Друзья, здесь такие количество курочек разных, что видите, в камеру не помещается. Приходится отходить дальше, чтобы все это вам заснять. И вот так вот увлеченно мы шли с вами, все смотрели, смотрели и подошли уже до конца ярмарки. Вон ворота, видите, там уже окончание будет. Порода. Гуси Линда 250 рублей. А русских нету, да? Возраст. Русские гуси. Русских людей. Я даже не знаю. Друзья, мой обзор подходит к концу. Кто досмотрел это видео до конца, хочу сказать вам большое спасибо. Подписывайтесь на канал. У кого есть желание помочь развитию канала и стать спонсором, можете перевести символическую плату, сумму, любую, как вашей душе угодно, на помощь, на развитие, на дорогу. По номеру телефона 8-928-231-6107, Сбербанк. Всем всего доброго, до скорой встречи на моем канале. Друзья, сегодня на ярмарке. На ярмарке сегодня я себе приобрел таких ребешек. Гупи. Домой приеду, покажу нормальным образом. Сейчас пока они у меня в банке. Немного мне тут лимонника бонусом пошел. Лимонник бонусом, гупи вот такие у меня теперь будут. Теперь же у нас рыбная тема появится. Вот они, красавчики. Надеюсь, доедем, все хорошо будет.